Всем привет! Привет вечерний! В общем, мы сегодня остановились на таком небольшом рыночке. Он совсем небольшой, где-то очень глубоко. Пятая, наверное, линия за Сухумвитом практически. Такая вот кафешка, где можно покушать. Самому сделать такой супчик, сварить, добавлять. То есть вот смотрите, сковородочка, вы, пожалуйста, жарят уже, постоянно готовят, кидают, кушают так же. Сейчас заказал, нам принесут, вот готовят как раз еду. Всем привет, мы в Паттайе. Хочу попробовать сварить сам супчик. Он идет овощной, тут различные. Даже есть сырое яичко в комплекте. Бульончик, вот бульон у нас уже готов. Это мы начнем сейчас все помаленьку сбрасывать. Итак, у нас есть легкие. Я не знаю, наверное, говядинка, курочка, морепродукт. Это желто. Я... Печень, возможно, тут. Честно скажу, тут половина ингредиентов непонятна. И различная зелень плюс лапша. Ну что, начнем? Давайте начнем, наверное, бросать туда мясо. А это свинина, походу. Здесь мяса-то прям много, а? И тут можно два раза. Я если все свалю, это оно там не влезет. Мясо. О, полный уже. Такая порция, которую можно тут бесконечно варить. Пока пусть мясо подварится. Первую порцию мяса сваренного мы уже достали. Скидали грибочки вот эти всякие. Еще мясо, жидкости. Туда еще и яичечко. И все. Вот это теперь... Вот это с вермишелечкой, зеленью, теперь будет довариваться. А пока мы будем кушать уже практически готовое мясо. Всем приятного аппетита, слюни бегут, аж кошмар. Вы не представляете, какой тут чудесный запах. Вот эти все травы дополнительно идут, просто шикарный запах. Они дают, они вырабатывают такое чувство аппетита, голода и охота быстрее начать. Ой, в общем, вторая партия почти готова. Сидишь, то есть я покушал маленько уже, мяско поели, там еще много овощей. Постоянно это все закидывается, естся. Тайцы, они, китайцы едят по-другому. Они дополнительно еще заказывают рис, салаты, морепродукты. У них полностью, вот в начале видео вы, наверное, заметили, да? Полностью стол завален, то есть они не ждут, пока приготовится. Хотя готовится оно, в принципе, минут 15, максимум 20. Каждая партия. Вот эта партия уже будет прям вообще зачет, потому что здесь мясо трех видов, морепродукты, здесь лапша, зелень, здесь что там у нас еще, яйцо разбили, грибочки здесь. Ну, в общем, вот это сейчас ножорочка будет. Вот запах вам не передать, но запах просто обалденный. Вот, я не знаю, видите, нет? Это будет супер, это будет вкусно. Приятного аппетита. В общем, все готово. Вторая порция. Я себе добавил специй, перчонка. Ой, с этими палочками. В общем, вот эта вот говядина, которая варилась вот с этими прекрасными морепродуктами. Вкус на миллион. Это, наверное, уха с мясом и зеленью. Что-то необычное. С специфической зеленью. Яйцо даже чувствуется. Вкус обалденный. Вот такой вот огромный
буквально утром бегавшей, скорее всего, коровки, вкусный кусочек мяса улетает в бездну. Это обалденно.